Сегодня, как и планировали, мы открыли два отапливаемых модуля для проведения занятий с детьми беженцев на ТЛЦ «Брузги». Приступили к работе белорусские педагоги, приступили к работе волонтеры, педагоги из числа беженцев. Буквально несколько минут назад начались первые занятия. Как мы и раньше говорили, это будет в первую очередь психологическая работа, психологическая разгрузка, игровая форма работы. Подключен интернет, имеется оборудование, ноутбуки, телевизоры для того, чтобы организовывать видеоуроки, проводить видеоуроки, используя контент, изготовленный на родине детей. Пока проходят процессы самоорганизации родителей, в первую очередь, определяем порядок посещения детьми. В первую очередь, это будут занятия для детей начальной школы. Планируем продолжить эту работу настолько долго, насколько потребуется. По согласованию со специалистами иракского представительства ЮНИСЕФ определили несколько предметов учебных, которые будут преподаваться детям. В первую очередь, это математика, язык родной и иностранный, и искусство. Рисование, в первую очередь, природоведение. Вот основные дисциплины, которые будут преподаваться. Почему? Потому что они могут быть воспринимаемыми детьми различных возрастов. И даже если мы будем объединять схожие возрастные группы 6-7 лет, 8-9, это позволит проходить материал совместно.